16 сегодня, да? Октября 2019 года в студии Дани Герасимов, оператор Антоха. Мы в мастерской нашей Happy PC в городе Белгород на Преображенской 78. И готовьте ваши булки, сжимайте их крепко, потому что сегодня у нас опять будет бюджетная сборочка для игр на максималках. Вот так вот и назовем. Бюджетные комплектующие для того, чтобы прорвать всех на максималках. Рассказываю, показываю, можете начинать уже комментить, друзья, потому что у нас вот такая вот красотка-материночка. Это B360 чипсет M-Pro VH, для того, кто любит смотреть сквозь стены в играх, с щитами играть. И как вы думаете, что тут за камушек? Какой вообще камушек можно сюда засунуть, чтобы он тянул все и при этом стоил недорого? Вы просили, мы сделали. i3-9100F. Четырехъядерник серии i. Что может быть счастливо? Стоковый боксовский кулер. Слушайте дальше. Начинайте уже рвать насчет одноканала. 16 гигов оперативной памяти от Гудрама. Вот одной такой плашкой с самой практически минимальной частотой на 2400. Вот. Одной плашечкой всего. У нас всего два слота, и у нас будет в сборочке 16 гигов оперативной памяти. Какая красота! Ужас! Какой ужас, вернее. Дальше слушайте. У нас... Я даже не знаю, как она называется, но нет, знаю, это радионовская у нас получается, AMD-шная, да, чипы памяти от AMD, на 240 гигабайт PCI-экспрессная SSD-ха для скорости и красоты загрузки. У нас, в общем, опять же, жесткого диска у нас не будет. Какой жесткий диск в 2019 году? Все это полная фигня. А вот SSD-шечка PCI-экспресс для скорости и выгрузки просто красота. На 240 гигабайт хватит, чтобы парочку любимых игр поставить и кайфануть. В итоге, что у нас получается? i3-9100F без встроенного видеоядра, на этом мы и сэкономили, конечно же. По стоимости у новеньких где-то в районе 6500 рублей стоит материночка на B-чипсете. У нас армированный слот PCI-Express под видюху, это значит, что мы можем что-нибудь тяжеленькое вставлять. Мощная SSD-шка, памяти просто за глаза, 16 гигабайт, еще есть возможность вставить что-нибудь, не знаю, еще такую же планочку до 32 гигов, когда в жизни не пригодится такое. Тем не менее, это есть. Идем дальше, друзья. В принципе, полностью рабочий комп. Но самое вкусное я оставил напоследок, потому что хотел бы взять коробку от Аэркула, напугать вас еще разочек, но нет, бомбу замедленного действия, аэркуловские дешевые блоки новенькие мы сегодня, к сожалению, ставить не будем, хотя нам платят бешеные деньги за это. Вот. Тем не менее, у нас сегодня вот такая вот красота. Нечастый гость в сборочках, старючий вот такой вот блок. Тут даже пометочка, то, что это 2009 год, то есть 10 лет блоку, по факту, 600 ватт, вот с такими синенькими усиленными проводами, таким красивым синеньким кулером. Он полностью обслужен. Это что означает? Все кондеры, которые от времени повздувались, потеряли свою емкость, полностью все заменили, все смазали, то есть он внутри кулерочек как новенький. По идее, я думаю, ватт 500 он плюс-минус будет выдавать, это очень-очень хорошо. Здрасте. Здравствуйте. Ага, да-да-да, он там. Все отлично. Так что вот к этой сборочке у нас синий, вот блочек синий с такими проводочками будет идти. Наконец-таки не Аэркул. Посмотрим, вытянет ли эта красота, то, что нужно дальше. Корпус у нас будет вот такой, апельсин. А если серьезно, то, блин, без Аэркула не обойдется. У нас вот, к сожалению, с позапрошлой сборки остался вот такой корпус. Он, ну, новенький, даже пленочки на нем висит, а компактненький. Тоже Аэркул, Сайлон, который вы все любите и ненавидите одновременно. Простенький, маленький, компактный, симпатичный, с, как его называют, ЛГБТ подсветочкой. RGB, да. ЛГБТ, да. То есть вот такая вот приятность. Но еще у него есть пластиковая стеночка прозрачная, чтобы наблюдать за своей красотой. Я считаю, более чем для нашей сборочки подойдет. Мы лишних кулеров сюда вешать не будем, поскольку у нас ничего особо греться не будет. И все наши задачи выполним. Пространство для кабельного тоже в нем есть. И теперь самая красота на выбор, друзья. Буду читать сейчас ваши мысли. Поставить сюда 750-ю Рексину для максималочек, ну, возможно, где-то чего-нибудь не хватит. 4 ГБ, 256 бит, триксовская, дулечки. 580-я. Хороша. Хороша. 8 ГБ, 256 бит. В принципе, можно. Вполне себе будет такое третье с 580 видюхой. Но что-то мне не хочется. Мне к Intel хочется GeForce запихнуть. Поэтому у нас из GeForce таких, чтобы побюджетнее, недорого, потому что у нас сборка, ну, должна выходить никак недорого. Бюджетно для простых ребят, у которых там с обедов сэкономили школьных. У нас есть вот такая арморовская, одна осталась. Видюшка на 3 гигабайта 260. Но мне хочется для красоты, я все-таки G-гейминг уважаю, наверное, одно из самых лучших охлаждений, красоты. Вот такую вот красотку мы сегодня в сборку вставим.
и она будет нам тянуть все, что хочешь. Да, это всего 3 гигабайта, но зато какие 3 гигабайта? Красивые, изящные, и которые будут справляться, вытягивать основные наши игрушки на максималках без... Как я открыл коробку? Так можно и остаться без видюхи. Посмотрите на эту красоту. Dragon Edition. Вот такая вот котлетка тяжеленькая. А какая она красивая. Какие кулерочки, какие трубки теплоотводящие. Еще и бэкплейт есть. Гарантийная печать. Все у нас на месте. В общем, красотища. Поэтому сборка 600 ватт наш. GaminX. У нас MSI 1060 3-гиговая. И основой на самом свеженьком чипсете будет у нас тянуть нашей третьей 9100F. Ну, красота. Давайте приступим, что ли, и соберем еще что-нибудь хорошее, которое максимально не оптимизировано, будет справляться со всеми задачами, как обычно. Погнали, друзья. Крутости, полезности, мне оператор Антоха подсказывает, нужно вам парочку сказать. На самом деле, вещи, на которых действительно можно сэкономить на корпусе, потому что этот корпус стоит в районе 2000 рублей. Можно взять самый дешманский за 1000, или вообще у бабушки из-под старого пня третьего тоже забрать, тоже для нашей сборочки подойдет. Но если все же вам нравится вот что-то со стеклышком, это одни из самых дешевых вариантов, то есть со стенкой, я имею в виду, прозрачной. И этот у нас с пластиковой стеночкой, вон она как гнется, вертится, то есть и не самая эффектная штуковина. Я бы добавил еще, по-моему, рублей 400 из 3500, около того, плюс-минус, стоит закаленным стеклом такой же компактный корпус. То есть вот это действительно полезная штука, я бы все-таки выбирал его. Но у нас по-другому на этот корпус, поэтому на его основе и будем собирать. Вот. И, конечно же, полезность, друзья, вот что касается блоков старых особенно, если собираете в новые сборки, конечно, максимально рекомендуется полностью их обслужить. В нашем случае, несмотря на то, что он тянул все, что хочешь, все-таки перед главной сборочкой, привет, это того стоит. Мы только что отдали девочке престижу, оживили его абсолютно бесплатно, там просто ничего, крышку сняли, крышку засунули, но нам дали шоколадку. Реклама Ritter Sport, интеграция. С чем? С карамельный мусс и миндаль, мой любимый. Ладно, погнали дальше. Так вот, о чем я говорил о корпусе, не забывайте блоком питания делать именно полную профилактику, потому что, поверьте, кондеры может вот так вот наскакать, работать нестабильно. Но вот сейчас вот в этом блоке, я уверен, чем в любом новеньком, честно сказать, аэркуле. Санчес, мы же там вообще все, по-моему, заменили в нем по красоте. Просто как новенький агрегат. Поэтому за него душа спокойна, кулерочек в нем тоже смазанный. Я думаю, будет пахать лучше, чем кто-либо. Ну и заранее, конечно, продумать, если у вас основа более горячая, то, конечно же, в плане охлаждения. Эти корпуса, они хоть и имеют снизу поддув, то есть, видите, если сюда ставить, на, скажем, на вдув пару кулеров, они тянут воздух, получается, снизу. Это не идеальный поток воздуха, не такой сильный, не такой мощный. И, конечно, за счет того, что у нее абсолютно глухая стенка передняя, не, выходит температуры достаточно высокие. Тоже насчет этого внимания вот такое вот стоит обратить. Все, мы погнали собирать. Тут, в принципе, все четенько. Вставим блочек, выведем провода, как положено, материнскую плату засунем. А включимся уже, когда у нас будет более-менее аккуратная сборочка. Если какие-то нюансы будут, я вам их покажу. И, конечно же, тесты, 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 еще раз тесты. Посмотрим, на что способна эта штуковина. Кто скажет, что это некрасивая сборочка, у того вообще нет души и понимания происходящего. Я считаю, если учитывать бюджет, который мы назовем чуть-чуть попозже, это просто красотень. У нас полноценный четырехъядерник 9-го поколения 9100F, 16 оперативочки, плюс еще слотик остался свободный. Видюшечка 1060, блочек 600-ничек. Немножко его слышно, по-моему, кулерочек все-таки у 600-ничка немножко подобран. Возможно, придется 240 мм заменить. Но опять же, это все нюансы. Он и так работает вполне себе адекватно. И просто бомба. Да, мы все видим. Вот наш процик, наши 16 оперативочки. Сейчас мы сюда закинем системку и будем тестировать его в игрушечках. И все в компактном корпусе заслуживает маленького или большого пальца вверх. Вечерело, друзья! Что же, для тех, кому интересно, если это кому-то вообще интересно, вот у нас сколько, 10 минут на идочке прокрутилось с открытой крышечкой, не закрывал, лень просто потому, что у нас под датчиком все прям очень ровненько и красиво. Центральный процессор около полтинничка, диод 65 градусов, диод графического процессора 63 градуса, то есть все в районе 60-65 градусов, закрытой крышечки, ну добавьте еще градусов 5 сверху, плюс-минус, более чем при полной процентной загрузке, это более чем адекватно, не шумит ничего, все тихонечко работает, но внутри
При желании можно за часик согреть ручки, если что. Все-таки видюшечка теплая с бэкплейтом. Красота. Давайте теперь еще прогоним основные моменты, посмотрим, чем горжусь. Так что в этой сборочке у нас вот такая вот PC-экспрессная SSD-шечка. У нас на чтение почти 2000 мегабайт в секунду, на запись 1200. Это очень хороший результат. Это, конечно, не ивочка от Samsung, который по 3000 мегабайт качает, но тем не менее более чем очень круто. В целом, что я хочу сказать по этой сборке, друзья. Кстати, посмотрите, у нас эксперт. Давай кулачок, Ань. Пятерку давай. Пять давай. Вот, она тестирует ThinkPadик у нас X240. Кстати, она тоже скажет пару слов об этой сборочке. Давайте теперь же заглянем, на что способна у нас, как назывался ролик. Игры на максималках, за минимальный бюджет, так его и подтвердим. У нас три игрушечки для теста, КС-очка, безусловно, PUBG и Ведьмак 3. Давайте начнем с чего-нибудь пожестче, ну, образно говоря, конечно. Третий Ведьмака, со старушечку запустим, посмотрим на запредельных настройках, сколько у нас кадров в секунду, вообще тянет ли это вся ерунда. Я думаю, проблем у нас с этим точно не возникнет. Потом шлепнем, наверное, PUBG за минуточку, и CSGO просто вишенкой на торте у нас будет. И, конечно же, финальное слово выслушаем от нашего эксперта. К игре, друзья, к игре сразу же. Как так, быстро. Как все? Да, это вот что значит 2000 мегабайт в секунду за счет SSD-шечки, на которой у нас все стоит. Поместилось 3 игры, еще запас остался под парочку без проблем. Все, загрузилось. Ты заметил, даже да, ждать. Да, вообще что-то как-то обычно у нас пауза. У нас настройки запредельные. Сейчас я покажу настройки видео. Общие стоят у нас запредельные. Все, выставил запредельные у нас. Шлепаем, и что мы можем видеть? Идеально плавная картинка, загрузка видюхи под соточку без проблем, проц. При этом, кстати, ну, в зависимости от того, что происходит на карте, я смотрю, у нас от 100-60 до 4000 МГц в турбо выдает, и грузится под 40 всего лишь, под 60, то есть, ну, скачет загрузка процессора, тем не менее, у нас в районе 50-60 кадров в секунду без проблем выдает, причем, по-моему, у нас просто залочено на 60, сейчас я посмотрю в настройках, может и больше может выдавать, момент. Давайте глянем, настройки видео, общее, если у нас кадров в секунду, а да, у нас, кстати, вот, стояло без ограничений, нужно поставить, вы действительно хотите, да, и посмотрим, что у нас будет выдавать, будет ли больше 60 у нас, ну, в районе полтинника, 60 кадров в секунду, да, собственно, выдает, очень плавно играет, напомню, запредельные настройки, изумительно, проц турбобустится, загрузка и температура вообще идеальные. Все четенько, очень доволен. Быстренько выходим из этой игрушки. Давайте зайдем, конечно же, в PUBG. Тоже тестанем вещь очень популярная. Миллионы в нее играют. И интересно посмотреть, как эта сборочка с ней справится. Она, конечно, наверное, нас... Папа, окей. Анечка, что у тебя? Выключилось что-нибудь? Наш главный подписчик и муза по жизни, у нее выключилось что-то. Поэтому пока, как дела? Пока мы записываем. Давай 5 дяде Антону. Пищ, красотка. Все, на тебе немножко. Все, кончик, смотри. А у нас тем временем загрузился PUBG. И также настройки у нас выключены на высокие максимально. И посмотрим, что у нас сейчас получится. Давайте сразу начнем, наверное, быструю игру. Вот, это будет максимально, наверное, круто. Летим, друзья, летим. А как тут выпрыгнуть-то, господи, наверное, еще нельзя выпрыгивать нам. Но тем не менее, смотрим. У нас за сотню FPS проц турбобустится до 4000 МГц. Загрузочка под сотню равномерная, кстати, у видеокарты и процессора. Видно, что в папке проц сразу подкрутируемся, больше, более напрягается. Но выше 100 FPS мы сейчас прыгнем с парашютика. Надеюсь, мы приземлимся куда-нибудь, и я пробегусь для большей наглядности. Парашют открывать мы желательно не будем, а откроем за метр до земли. Смотрим, видюшка под сотню, проц тоже в районе 90-100%, в зависимости от происходящего, отлично. Очень плавно, что говорить. 1060 на сегодняшний момент справляется без проблем с современными игрушечками. И тем более в связке со свеженьким i3 9100F. Оп, вуаля, свалились. Ничего практически не изменилось, в районе соточки держится FPS, я думаю, ниже он сильно опускаться и проседать не будет. При том, что у нас небольшой запасик по нагрузке есть, и на тот и проц турбобустит до 4000 МГц без проблем. Ништяк, выполнили полностью тест PUBG с угоном, ну и символически запустим КС-очку, друзья, как же без нее, поскольку команда Na'Vi нас спонсирует, спонсор этого видео, да, является Natus Vincer.
нам обязательно нужно зайти затестить ее. Без этого тоже никак одна из самых популярных игрушечек. И давайте посмотрим. Пророчу не меньше 200 FPS на этой котлетке. Быстренько заходим в КС-ку. Все у нас зашло. Бой насмерть. Даст 2. Настройки также максимально высокие. Все выкрученное ввысь, насколько это возможно. И по шуму вообще по барабану, что кулеры одинаково крутятся, не в зависимости от нагрузки, без нагрузки. Опять же, у нас кулер 4-пиновый, это все регулирует в зависимости от своего состояния, от своих температур. Если жарко будет, можно другой кулер поставить, да? Или... Если жарко будет, можно раздеться. Кулер другой нельзя нам поставить, потому что у нас бюджет, у нас максимальный бюджет. Смотрим. На самых высоких настройках. Да, бомбит у нас 150 под 200. Ой-ой, не режьте меня, друзья, не на камеру. Только не на камеру. При этом проц на 70% грузится, видюха же на 60, без каких-либо проблем. Ой, не стреляйте, не убивайте, красота, все. Четко, да, снимать не буду, время на это тратить не будем, бегать, все это изумительно. А теперь, безусловно, ответим на телефонный звонок и слово от эксперта выслушаем, друзья. Слово от эксперта Анны. Ань, итак, в итоге, что у нас получилось? В то время все краски рисовали как. Смотри, подводим итог сборочки. Ну, от тебя парочку слов нужно отличных. i3 9100F, 3600, 4.2 в турбобусте, 16 гигов оперативной памяти одной планочкой, Ань. Ведло 1060 на 3 гигабайта. Понимаю, что не топчик в наше время. Тем не менее, мы затестили в игрушках. Все тянет на запредельных настройках без проблем. Посмотри сюда. Тебе нравится, Ань? Да. Тебе нравится. Без проблем. Да, безусловно, я с вами согласен, что это одноканал. И 16 гигабайт оперативной памяти это многовато для нашего времени. Блочек тоже старый. Я понимаю, 2009 год, но мы, честное слово, мы его обслужили. Проблем быть с ним никаких не должно. Я бы прислушался к твоему совету, поставил бы курил пару лучше и корпус бы выкинул вообще, наверное, чтобы не было ничего у нас не жужжало и было все максимально аккуратненько, правильно? Спасибо, это был эксперт Анна. Друзья, вот такая вот получилась в итоге у нас миленькая сборочка. Старались специально для вас. Ань, помаши рукой. Привет! Всем подписчикам, комментаторам. Денег сколько? Просто... Денег сколько? Эксперту? А, точно, господи ты, боже мой, я не сказал, сколько у нас в итоге вышло. Это сборочка, друзья, назовем бюджет, максимальные эти, и по деньгам это выходит в районе 30-33 тысяч рублей в данном случае. На чем можно было бы сэкономить? Можно было бы сэкономить на корпусе и на оперативной памяти, это если по факту, чтобы еще можно было там, скажем, бюджет ужать где-нибудь до 27 плюс-минус. Анечка, все, спасибо тебе, красотка, сейчас через секунду освобожусь. И, грубо говоря, если у вас там есть какой-нибудь блочек попроще, 500-ничек и FSB-шный, это еще на блоке можно было бы сэкономить. То есть, можно урезать корпус, спокойно взять какой-нибудь зарубас, либо у бабушки с балкона. Блок питания тоже, на самом деле, 600-ника тут за глаза, можно гораздо что-нибудь попроще поставить. И оперативную память, если где-нибудь валялась планочка на 8 гигабайт, тоже бы это было, то есть нет смысла переплачивать 5000 рублей за одну планку на 16 гигабайт, но это больше, если, скажем, нужно там редактирование видео или тому подобные вещи для обработки, каких-нибудь графических задач 16, тут пригодится, и у нас была возможность, мы ее сюда вставили. Вот, при том, что слот у нас еще свободный остался. Что хотелось бы добавить? Да, в принципе, наверное, ничего, да, не считая того, что у нас пока попка не уложена. Главное, что давай вот так вот мы Антоха развернем, чтобы все еще раз пронаблюдали. Если кто-то мне скажет, что сборочка получилась не миленькая, наш эксперт лично приедет и с вами разберется, кстати. А подвезет наш эксперта, обратите внимание, на только что вернувшегося с Курска его наптового. Быстрее вам все прилетело. Привет, дружище. Вот мы закончили нашу сборочку, и сегодня тебе придется тестировать i3 9 поколение 1060 G-Gaming. В общем, все красиво. Спасибо, что, друзья, посмотрели. Оставляйте комментарии конструктивные, негативные, позитивные, абсолютно любые, какие мы заслужим, на ваш взгляд. Если есть какие-то советы или учения, мы искренне их тоже примем и будем работать над собой. С вами был Даня Герасимов, Иван Павлов, Анютка Герасимова, Антон Истранин, Сашка Александров и вся наша крутая HappyPC команда. Увидимся с вами в будущем. Пока-пока, спасибо, что посмотрели. Бум!